А ты? Теперь переходим к DC. Смотреть трейлеры DC-шные. Вот. Шазам. Шазам! 2. Ярость богов. Первый фильм довольно неплохой, хочу сказать. Я его смотрел в кино. Несколько, как бы сказать, наивный. Местами чуть глуповатый, но неплохой, хороший такой фильм. Добротно снятый. Уж после «Бездаря Снайдера»-то. Это вообще вместе с «Акваменом» просто тащат. А, еще до «Женщины» тащили они тогдашнюю киновселенную DC. Погнали, трейлер. Я идиот. Я не заслуживаю этих способностей, если быть честным. Какой вклад я вообще вношу? Ау! Уже есть супергерой в красном костюме с молнией. Аквамен буквально огромен, и он такой мужественный. А Бэтмен такой классный, а я... Это просто я. Ты очень силен, как бы, чувак. Я чувствую себя мошенником. Неважно. Так или иначе, волшебник дал мне сверхспособность. Шазам! А потом все получили способность. Это момент был. Куда это вы собрались? Бороться с преступностью? Ладно. Теперь каждый занимается своим делом, а я единственный, кто пытается держать себя в руках. Вы же понимаете, что я педиатр. Верно? Кукла Аннабель. Серьезно? Сейчас. То я педиатр. Кстати, по-моему, режиссер этого... режиссер Шазама снял куклу Аннабель, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, точно он с ним снял короткометражки страшные, реакция на которые у меня есть на канале, но очень старые там. Еще старая вебка, хуёвый свет и все остальное. Кукла Аннабель. Чудо-женщина, ну, отсылочки, конечно. Бэтс. Еще, по-моему, классический. Только Чудо-женщина, смотрите. О, Робин. Зеленый фонарь. Ха-ха. Зеленый фонарь. Vampire's Bat. Ссылочки. Ладно. Верно? Послушай меня, Билли. От этого зависит судьба вашего мира. Дочери Атласа идут за тобой. Дети украли силу всех богов. Шазам! Это очень личное, Билли. Послушай, возможно, у меня не так много опыта, как у тебя, потому что я не такой суперстарый, как ты. Но я видел все фильмы «Форсажа», леди. И это все о семье. Отцух. Семья! Ребят, это был сигнал. Шазам! Ваш мир этого не переживет. Мощно, я не мощно. Знаю, как мы справимся с такими силами. Даже дракон будет. Ты думаешь, я знаю, как это исправить, но это не так. Билли, каждый может быть достойным, если дать ему шанс. А теперь иди и сражайся за свою семью и за весь мир. Неплохо. Я только что запустил грузовик в дракона. Я люблю свою жизнь. Шазам 2. Ярость богов. Озвучено для канала в рейтинге. Witness. Хорош. Ну, неплохо. Слушайте, надеюсь, по крайней мере, на очередную добротную историю. Про семью, про становление. Про нахождение себя в этом мире, вот такое, там юмор, конечно же, ну и экшен. Что еще нужно? Хотя бы это, что нам не мог дать Снайдер, например. Вот. Всем спасибо, всем пока.